приближена к нему. Потому что по ответам управления благоустройства у нас автобусов очень много на наш город, и, собственно говоря, как бы автобусные остановки не выдерживают и как бы такого объема. Тут не автобус, как не автобусные остановки надо реконструировать, потому что нет возможности. Вот. А сокращать автобусный маршрут. Вот. То есть автобусов у нас, они считают, много. Хотя маршрутная сеть сложилась в городе уже давно. Сложилась она с учетом того, что строятся новые микрорайоны. Тот транспорт, который работает, он весь востребован. Те маршруты, которые были не востребованы, они закрылись, перевозчики оттуда ушли.